в данный момент отношусь к этому отрицательно, то, что произошло, происходит на территории Российской Федерации, это происходит какое-то предательство. Вот. А так полностью Министерство обороны я поддерживаю. В общем, какая-то провокация. Интересно, что будет. Вот даже вот здесь. Вот, я так понимаю, не всегда же закрыта, да, Красная площадь? Там вот снайпера. Страшно, на самом деле. Но мнение свое пока выражать не буду. Извините.